Всем привет! Сегодня у нас распаковочка. Сегодня у нас грелки для обуви. Заказ был сделан 2 декабря, получили 9 января. Стоит $6.87, но это где-то 210-230 рублей в зависимости от курса доллара. Посмотрим, скроем, давайте посылочку, посмотрим, что там внутри, и работают ли они вообще. Сейчас включим сеть, проверим. Итак, давайте скроем и упакованную все это в картонную такую упаковочку. Достаточно в последнее время редкое явление. Сейчас подумать, с какой стороны подлезть. Сейчас мы тут попытаемся с этого краешку подрезать. Так, опа, поехали дальше. Ну, упаковали так упаковали. Опа. Уже виднеются грелки. Коробку в сторону. Бах. Вот оно. Чудо. Китайская коробочка. На ней нарисованы вот эти две грелочки. От этого 10 ватта 55 градусов Цельсия. Какое-то еще обозначение, но это на китайском, мы уж сегодня помним. Давайте достанем. Смотрим, как они выглядят. Ага, инструкции, ничего нет. Ну, инструкции на китайском, изучайте. Так, вот такие маленькие грелочки. Опа, она. Первая загвоздка. Розетка-то она. Она не под нашу вилку-то будет. Хотя, насколько я помню, по-моему, картинки-то была наша. Наша розетка. Вот, надо, чтобы все это работало, использовать такой переходничок. Покупал я, правда, давно уже, весь заржавел. Покупал в обычном магазине электрооборудования, стоит он порядка там 30 рублей. Просто сделан для того, что вставляем вот с такой розеткой. Вставляем сюда, вставляем это в розетку. Сейчас потом наставлю, посмотрим. Все, я включил в розетку, загорелся индикатор светодиодный. Сейчас я подожду пару минут, понять вообще все это работает или просто это светодиод. В общем, прошло минут, наверное, 3, и вот уже чувствуется такое легкое-легкое тепло, то есть, скорее всего, это все дело работает. Да, и тут чувствуется. Вот, внутри там видно, да, там металлическая такая пластина. Вот. Вставляем в обувь и сушим. Это стоит, ну, вот я повторюсь, да, 6,87. В принципе, это достаточно ничего вариант, потому что у нас в магазинах, особенно под сезон зимний, это стоит гораздо дороже. Вот, ну, оценку ставлю я за то, что розетка не наша. Я ставлю, наверное, 4 с минусом. Вот, больше качество так. Ну, в принципе, работает, все нормально, греет. Ну, да, 4 с минус из 5. Я думаю, это адекватная оценка. Спасибо, что смотрели со мной это видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. Все только самое интересное на нашем канале. Спасибо.